Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру Angry Birds Epic. Ну что ж, приступим, ребята, вся команда у нас в сборе. И мы с вами продолжаем путешествие в этом птичьем мире, в который вторглись свиньи. Забираем с этой ракушки весь ревард, который у нас скопился. Так, и давайте-ка глянем, где у нас еще тут можно что-то снять. Камень почему-то у нас молчит. И пенек, к сожалению, тоже. Видимо, все, иссякли там ресурсы. Ну, а у нас, как я смотрю, ребята, какой-то свинокактус ожидает впереди. И... так, а что здесь у нас такое? Ага, забираем. Все, ежедневные награды мы забрали с вами. И приступаем к бою. Хотя, подождите, какой бой? Сейчас мы с вами вначале посмотрим, что это за птичка у меня такая. Так, никуда я заходить не буду. Так, смотрите, вот она. Так, ну давайте с вами, наверное, один раз крутанем за три монетки, да? Что нам достанется? Безумная карта. Ага, это для новых птичек. Ну, она очень слабенькая, минус 26, как-то мне не очень она подходит. Ну-ка, давайте-ка вообще посмотрим, что они себя тут представляют. Так, лук, критический удар с шансом 15%, дополнительно нанесет 50% урона. Что ж, довольно неплохо. А здесь, ну здесь у нас увеличивает силу атаки на 5%. Неплохо. Увеличит максимальное здоровье на 15%. Но оно слабее, ребят, слабее, поэтому нет смысла его одевать. Так, а здесь-то у нас что такое? А? Бесплатно, Дима Жуков. И что же нам Дима Жуков может предложить бесплатно? Ну, конечно же, свою фотокарточку. Давайте с вами крутанем копилочку. И что нам из нее выпадет? Квакающий молот. Ребята, это у нас... для кого же это оружие у нас? А, для Реда. Что ж, хорошо. И вроде бы как больше мы здесь ничего сделать не сможем. Так что можно выходить смело. Заходи в гости к друзьям и используй свинки-копилки бесплатно. Надо больше друзей мне, ребята, надо больше. Я хочу больше копилок использовать бесплатно. Так, подождите, по-моему, я там что-то не доглядел. А ну-кася, птички. Нет, пакет мне никакой не нужен. Так, что у нас тут? 26 свинская мощь. Я думаю, ребята, мы их разберем без проблем. Давайте возьмем новую птичку. А уберем, наверное, с вами вот так. И попробуем этой командой. Не знаю, что она себе представляет. Вот эта новенькая птичка у нас, которая состоит из трех. Ну, будем проверять. Так, давай, бомб, атакуем этого несчастного мага. И довольно неплохо. Так, ага, он у нас, значит, делает... повышает, короче, атаку. Вот что. Так, ну, естественно, Ред сделал защиту. Ну все, сейчас будем потихоньку разбирать. Ага, неплохо он бомбит, кстати, из лука. 139 дамага. Бум сделал 168. И Ред у нас совсем немножко, к сожалению. Ну, видимо, Редик слабоват. Его надо или хорошенько экипировать, или заменить. Ну что ж, здесь мы справились. Думаю, с этими мелкими свинюшками расправимся тоже без проблем. К тому же у нас, если что, накопился перец. Давайте попробуем добить. Отлично, и вот этого. На, получи. Крит урон он схлопотал. Давайте добьем. Ах, не получилось маленько. Но теперь-то ему точно крышка. Все, замечательно. Ребята, мы получаем с вами новый уровень. Это у нас 11-й получается. Маг заплакал, бедный. Ну и крутим, естественно, рулетку. Ох, отлично, у нас выпало все, что нужно. Так, и мы с вами продолжаем проходить игру. Что у нас сейчас, интересно, будет новенькое? Куда нас отправят? Что нам откроют? Да-да-да, ребята. На 3 пункта птичья сила выросла. И 11 уровень. Так, мы можем напасть на свинью напасть и можем подняться вверх. Естественно, мы будем нападать на этого кактуса и заодно посмотрим, что он из себя представляет. 111 свинской мощи. Это довольно... серьезный. Значит, давайте берем Реда и возьмем Софию. Такой командой мы и пойдем. Потому что нам нужен отхил.
А единственный хилищий у нас птенец — это именно София. Ну что ж, давайте приступим разбирать. На-ка, 149, довольно неплохо. А вы сколько у меня? Хотя, подождите, давайте-ка мы лучше сделаем вот так. Увеличим атаку, здесь сделаем подхил. И что он там вокруг себя сделал, а? Какой-то терновый шип. Ну тогда получи за это. Отлично, бомб. 171, довольно неплохо бомбанули. И София всего 30 отнимает, это очень мало. Получи. И еще добавки. Ну что же, пол хп уже мы с него сняли. И это замечательно. Я думаю, что его вот эта вот кактусовая накидка, кактусовый щит, да и сам кактус в руке, не спасет от нашей расправы. Оу, оу, вы смотрите, что он сделал. Он отравил мне Софию. Рассеяно. Да, что-то как-то не айс у нашей новой птички комбо. Мне не очень понравилось. Ай-яй-яй-яй-яй. София наша погибла, к сожалению. Она была отравлена. И ничего не помогло. Но, тем не менее, мы прошли с вами этого кактуса. И это уже хорошо. Получили деньги. Давайте крутить рулетку. Ну, не выпал нам, конечно, сундучок. Но зато мы получили черепок и пробирочку. Продолжаем с вами далее. И я так понимаю, у нас сейчас с вами открывается путь наверх к вышке, где хранится яйцо. По идее так, хотя вот здесь что-то есть у нас. Ух ты! Ну давайте тогда купим. Я вообще-то, честно говоря, купил бы, наверное, здесь все. Залатанная кукла и ленточный флаг. Вот так вот оно будет лучше. Да-да, именно так, ребят. Что ж, теперь можно отправляться и сюда. И у нас ожидается, видимо, очередная битва. Свинская мощь 35, фу, довольно легкая, я думаю, будет. И там уже будет яйцо. Так, ну что ж, давайте, ребята, тут у нас будет опять череда боев. А точнее, три волны. Ну, я думаю, мы здесь с вами справимся. Так, что такое? Эть, атакуют, не сдаются. Ну что ж, укрепляемся, хилимся и еще раз укрепляемся. Ну что же, я думаю, сейчас... Ага, ребята, не плюсуются у нас удары трех птичек и бомба. Да, поэтому нет смысла применять два раза. Будем делать только одного, либо бомба, либо синих птичек. Чтобы не тратить зря ход. Так, атакуем. Шикарно. Ну что же, продвигаемся ко второй волне. И здесь у нас, смотрите, маг. Два с мухобойками и один с мечом. Так. Ну что же, давайте сейчас будем их наказывать по всей строгости. Ну хорош, мухобойчик, отвянь. Так, поехали. Начнем вот с этого мага. О, у меня перчик есть, давай-ка. Так, что это он делает? Нет, ребят, мне не нравится, честно говоря, суперудар вот у этой птички. Бросает три каких-то яйца, и причем рандомно, и попадает только одно. Лучше все-таки делать бомбом. У него, он бы сейчас уже давно бы здесь их всех взорвал бы. Так, ладно. Смотри, опять они лезут на Софию, а? Вот буржуи. На, получи, добиваем этого мелкого. Так, он с мухобойкой. Ну что ж, давайте туда еще разок. Все, ему кранты, и мы с вами переходим к заключительной волне. Это у нас третья. И здесь у нас, смотрите, что-то типа свиней с туалетной бумагой на голове. Очень забавно, конечно, придумали. Ну, я так понимаю, это они хотели изобразить мумий. Так, нет, я думаю, что лучше мы с вами используем перец на бомба. И тут он, сами знаете, бомбанет так бомбанет. Так, и что же делают эти мумии у нас? Ёлки-палки, они плюются. Да хватит вам бить мою бедненькую птичку Софию, а? Вот это уже другой разговор. Так, ну что, давай, бомб, действуй. Ах, шикарно ты бомбанул, просто изумительно. Нам просто остается их добить. Так, подхил. И вот так вот. Оно будет самое то.
Так, главное, чтобы не добили кого-нибудь из моих. Все, ребята, добиваем, короче, последних двух этих мумий с туалетной бумагой на голове. И мы проходим этот уровень. Все отлично. И что-то, наверное, получим, да? Рулетку нам какую-то дали. 3 звезды, отлично, 3 звезды получили. И крутим с вами. А, немножко не попали, ну да ладно. Нам и так пойдет, мы, ребята, не гордые, нас и такой реворд вполне устроит. Ну так что, по идее, мы с вами... А, нет, ребята, новая. А золотая свинья, за победу над золотой свиньей ты можешь получить монетки удачи, ищи золотых свиней. Так, 101 звезда, достигнуть 240 для следующей награды. Поздравляем, ты прошел много уровней и заработал 100 звезд. Твоя награда — мастерство класса. Смотреть. Ну, давайте глянем, что это такое. Что за мастерство класса мне дали? Так, коллекция звезд. Я получаю какую-то баночку, 3 штуки. И, я так понимаю, медаль орла. 240, 490. Это уже все будет открыто со следующими звездами. Так, ну здесь ничего нету. И здесь мы уже видели. Так, ну-ка посмотрим, давайте, что у нас здесь еще есть. Так, забираем, наверное, с вами вот эту свинку. И все, что ли? Нет, отмечено. А, значит, эти тоже можно забрать. А, ну это просто как будто мы прочитали их. Все понятно. И у нас еще наковальня с вами. Давайте глянем, что... О! Я вижу, у нас очень много интересных вещей. Но вот это вот для Софии, думаю, будет самое то. И мы, наверное, с вами можем сделать. Так, а здесь у нас, ребята... Хо-хоу, для Реда. Ленточный флаг, довольно неплохо. Не хватает нам ракушек и не хватает нам бамбука, к сожалению. А вот это вот мы можем сделать. Ну-ка... Да, 175, не хватает. Слишком как-то все дорого. А что если нам сделать с вами? Ё-моё, 435. Опять какая-то нехватка по ресурсам, а? Ну давайте тогда сделаем расческу. Уж думаю, расческа-то... Да, ресурсов полностью хватает. Сколько звезд? 2. Это довольно неплохо. 56, 58. Да-да-да, София, одевай скорее вот эту вот расческу, и ты у меня будешь уже атаковать намного лучше и сильнее. А это как раз то, что нам нужно в данный момент. Ну что же, получается все, для Чака мы посох сделать, наверное, не сможем. Да, не хватает у нас ракушек, как вы видите. Покупать их за 120 не буду я, потому что Чак у нас пока не в команде, не в группе, так что не будем тратиться попусту. И здесь у нас ничего нету. Хотелось бы, конечно, мне новые шмотки для Софии. Но пока у нас только лишь расчесочка для нее сделалась. Да, одевать, одевать и еще раз одевать. А для этого нам нужно очень и очень много ресурсов. И причем довольно хороших, качественных. Ладно, давайте с вами переходить к следующему бою. И я думаю, что мы с вами пойдем уже на башню. Да-да-да, как раз здесь у нас... Ждет яйцо, похищенное свиньями. Так. Свинская мощь 58. Думаю, ребята, здесь никаких проблем не будет. Оставляем, наверное, такую же себе команду. София, Бомб и вот эти вот трое. Джей, Джейм и как-то там его еще звать, не помню. Ну что, Кактус, здорово. Теперь-то ты уже у нас, по-моему, обычный, да? Но все равно крепкий достаточно. Так, это, я надеюсь, мы выдержим. Опять он вокруг себя терновник этот запустил. Ну, он получит по полной. Соточка и 82. Отлично, София, ты умница. Так, хорош обижать мою девочку-птичку. Так, получи. Нет, мы еще не добили, но буквально немножко не хватило. Кстати, ребята, у меня есть перц, я могу им воспользоваться, да? Так. А вот стоит или нет? Ну-ка, давайте-ка, ну-ка, сделаем себе отхил. Вот так вот. Вот это уже будет хорошо. Мы с вами похилились. И теперь нам ничего не страшно. Мы будем с вами дальше отбиваться от этих свиней. Но, честно говоря, я думал, что здесь будет несколько волн. Мы все-таки напали на... в башню.
А башня защищает яйцо, и тут должна быть приличная защита. А мы тут видим всего лишь жалкую группу свинюшек, да и то каких-то ватных. Отлично. Победили. Кстати, ребят, скоро не за горами, у нас 12 уровень, и это будет хорошо. Не три звезды, к сожалению, только две. Крутим рулеточку, и выпадает нам черепок. Отлично, три штучки, самое то, что надо. Ух, ну что же, продвигаемся с вами дальше, только я не знаю куда. Неужели мы еще с вами не в башне были, а? Точно, ребят, мы еще до башни-то, оказывается, и не дошли. Ух ты, а что это здесь у нас такое? Я хочу, если честно, посмотреть. Здесь, где у нас... Так, тут желтый... Ага, нашел я одни желтые ворота, ребята. Надо будет нам с вами туда как-то отправиться. Здесь за очки дружбы. А какие тут у нас рецепты? Сок из морских ягод. Восстанавливает 150 единиц здоровья за 100 пятачков. Ну, я считаю, что это грабеж среди ясного неба. За один, извините меня, сок 100 монеток отдавать. А вот давайте-ка мы с вами нападем и посмотрим. 74 мощи. Ух ты. Давайте возьмем деревянный амулет. Это у нас для бомба. Жезл-бутылка — это для Чака. И бумажный меч — это для Реда. Вот так мы сделаем. Ну и хотелось бы, конечно же, мне сразу же сделать для бомба этот амулет. Так, давайте зайдем сейчас с вами по-быстренькому посмотрим. Если у нас хватает ресурсов, я обязательно сделаю. Так, где он? Где? Ага, вот он, этот амулет. В принципе, у меня всего хватает, кроме одного. Вот так, отлично. Давайте делать. Я только надеюсь, что очень удачно выпадет. Да почему же одна звезда-то всего, а? Но даже несмотря на это, мы все равно в плюсе. 151 у него к защите. Ну, правда, жизни немножко спадает. Ну, да ладно. Пускай он будет с этим вот амулетиком ходить. Я думаю, это нам будет только в плюс. Ну что же, нам остается только нападать на эту башню и забирать наше украденное яйцо. Так, давайте, птички, возвращаемся. И мы нападаем. 74 свинская мощь. Думаю, тут у нас тоже все пройдет без проблем. Но я думаю, что здесь уже будет несколько этажей, да? Или нет? Ага, да, ребят, 5 этажей. И мы приступаем. Нате. Слушайте, довольно крепкие эти свинюшки. Хотя они и начальные самые. Ладно, будем ждать, что у нас из этого получится. Так, ну что же, добиваем центрового. Черт, не добили. Ну, сейчас-то точно. Ну, давай, София, бей. Да, ударчик у тебя, конечно, не особо-то подрос. Хоть мы тебе и дали расческу, но как-то слабо. Так, теперь атакуем. Отлично. Так. Осталось совсем немножко, и мы с вами добьем вот эту вот нижнюю свинку. И уже приступим к верхней. Так, вот теперь мы атакуем. Ну, добивай. Все, шикарно. Мы с вами переходим на вторую волну. И на второй этаж. Так, здесь у нас... Ага, может быть, перец применить бомбам. Так. Слушайте, довольно неплохо у нас получилось. Вы посмотрите, практически все свиньи получили максимальный дамаг. Этого сейчас мы мелкого разберем. И будем уже бомбить с вами вот этого вот Марио. Так, отлично. Все как надо у нас идет. Давайте его добьем уже, хватит с ним тут тютюкаться. И мы переходим с вами на третий этаж. Так, ползем. И прибыли, кто здесь у нас? Так, у нас тут два мага. Ну что же, давайте тогда вот так мы с вами сделаем. По полной программе атакуем. 163. Слушайте, ну они довольно крепкие, вы посмотрите. Я не знаю, сможем ли мы успеем добить, хотя вряд ли. Перец, если только применить. Так. Ну, уже что-то. Давайте попробуем добить. Нет, у нас не вышло ничего.
Да ладно тебе. Только ты-то не делай ничего. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, смотрите. София у нас погибла, к сожалению. И нас осталось двое. Причем, не забывайте, у нас очень мало хп. Я думаю, что этого-то мага мы все-таки добьем с вами. Так, отлично, он готов. И у нас четвертый этаж. Да, но там еще будет последний. А там, наверное, будут уже слишком сильные мобы. Там будет принц Сала. Давайте тогда с вами, наверное, похилимся. Так, отлично. И теперь надо атаковать. Ой-ой-ой, довольно сильный, довольно сильный. Применяем. Так, что, кого-нибудь уничтожит? Нет, никого он не уничтожил. Еще раз повторюсь, у него очень плохой суперудар, он мне не нравится. Лучше все-таки у бомба. У него массовый взрыв, как вы помните. Ёлки-палки, если я сейчас проиграю все, мне придется... Так, смотрите видео сейчас, чтобы получить бесплатный банановый сок второго уровня. Ну что же, придется смотреть, ребята, наверное. Надо как-то выживать. Давайте смотреть, что ж поделаешь. Ну что же, посмотрели мы видосик. Ну и где же мой коктейльчик? Я почему-то его не вижу. Неужели обманули, а? Вот засранцы, а? Вот так нечестно. Я просто-напросто посмотрел на халяву. Какой-то видосик получается, да? Ай, ладно, подождите-ка. А, нет, появился, появился. Но вряд ли мне это спасет, ребят. Потому что, сами видите, очень мало жизней. Сейчас, наверное, по удару каждый сделает и все. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень-очень печально. Я не хочу тратить... А что это вот сейчас за баночка? Ну-ка, давайте-ка. Блин, двойной опыт, оказывается. Ой, все. Сейчас нас тут и разберут. Ну, придется нам с самого начала тогда проходить этот уровень. Я, может быть, даже немножко... Немножечко тогда апгрейдюсь. Все, проиграли мы, ребят. Воскресить птиц. Ага. Ребята, я потратил 10 монеточек на то, чтобы воскреситься. И считаю, что это хорошо. Значит, нам не придется начинать этот уровень заново. Да, ну, а 10 монет мы с вами профукали. Жаль, конечно, но... вот он, принц Сала. С лыжной, блин, палкой что-то здесь делает. И прилетает маг. Так, и опять он его усиливает. Ну что же, на этот раз у нас все хорошо, и мы его должны запинать. Давайте сделаем так, укрепимся, отхилимся и начнем бить. Так, он призывает здесь у нас какие-то гранатки, бомбочки. Так, ну что же, бомбочки довольно легко уничтожаются. Значит, нам надо бить Сало. А у Сала, как вы видите, очень хорошая защита. Надо будет его как-то пробивать. Так, отлично, здесь добили. Слушайте, можно будет перец использовать. Я больше уверен, что он сейчас будет на втором ходу опять вызывать эти бомбы. Будет или нет? Как видите, призвал. Так что есть смысл на бомба, наверное, все-таки использовать перец, да? Хотя посмотрим, как он уничтожает эти бомбочки. Так, давайте проверим. А, бомбы тоже на один удар. То бишь, они... легкие, в принципе. Так, давайте атаковать. Но он сейчас будет каждый раз их вызывать. Каждый бой. Да, каждый свой ход он вызывает. Блин, у меня сейчас птички погибнут. Троечка-то моя незабвенная, а? Как же так? Ну-ка. Почти, почти, но не добили. Так, он переключается на Софию. Эти бомбы у нас тоже еще, смотрите, делают на второй ход, только будут взрываться они. Так, атакуем. И здесь тоже атакуем, отлично. Так, ну что, перец у меня есть, я не знаю, или мне его используют на бомба, или все-таки на Софию для отхиливания наших войск. Давайте на бомба, все-таки. Давайте проверим, ну-ка, насколько бомбанем. Слушайте, на 69, это довольно неплохо, я считаю. Теперь давайте уже его добивать конкретно. Так, уклонился он там, а? Ну что же, осталось у него 3 полосочки ХП. И я думаю, что мы должны обязательно с ним справиться. Так, давайте уничтожим эти бомбы, чтобы они не взорвались.
Так, вот я не знаю, что это означает, такой щит пополам. Странный, конечно, скилл. Так, это чтобы у нас перец был. И теперь можно, в принципе, опять бомбануть. Слушайте, ну что же, осталось всего две полосочки ХП у принца Сало. И мы его сейчас уже точно добьем. Никуда он от нас не убежит, несчастный. Давайте бить его, потому что бомбы не успеют за это время взорваться, а принца мы должны победить. И... Так, они делают свой ход, и сейчас мы добиваем его. Да, ребята, так оно и получается. Ну что же, мы прошли с вами этот уровень. Я больше чем уверен, что мы сейчас получим яйцо. Так, давайте крутить рулетку. Ну и что, что не получили. Так, и мы с вами спасаем еще одно яйцо и... Да-да-да, как я говорил, все радостные, а принц Сало сматывается, убегает вместе с магом. Так, коснитесь. Ну что ж, давайте коснемся. Во время проведения событий на Свинском острове появятся специальные противники. Будь осторожен. Вот это что-то новенькое. Понимаете, здесь еще какие-то события, всякие будут праздники. В общем, все очень интересно. И, ребята, я так понимаю, у нас, наверное, сейчас откроется новая локация. Куда они там полетели? Так, летит этот маг. Оу, куда-то в коралловые рифы, да, я так понимаю. И выложил еще одно яйцо. Так, новый уровень, ребята, мы получили с вами. Здоровье птичек подросло. И мы спасли с вами второе яйцо. И за это получили 100 пятачков. Мастерство повышено. Здоровье и атака классов таких птиц выросли на 2% за уровень. Мастерство можно получить в битвах Додзе Могучего Орла. И как награду за события. Все очень хорошо, все очень великолепно. Ну, а я на этом, ребята, буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях и продолжим играть. А на этом все. Всем пока и удачи вам!